Александр, сегодня команда проводила последнюю домашнюю встречу на Хоум-арене в 2019 году. Закончили ее на мажорной ноте. Как настроение? Ну, хорошее настроение. Мы перед своим болельщиком были в долгу до этого, да. Вроде как бы брали очки, но все-таки мы проигрывали. И удовольствия не было в психологическом, моральном плане, да. Сегодня мы должны были сыграть строго на победу и кровь из носа забрать свои 2 очка. Тем более это наш прямой конкурент в борьбе за плей-офф. Вчера расстроились, когда уступили этому же сопернику? Да, потому что самое обидное, когда соперник нас переигрывает, да, и ты проигрываешь, это не, ну, как бы есть объяснение, но вчера я считаю, что соперник не выглядел лучше нас, где-то нам не повезло, они забили свои небольшие там моменты, поэтому они победили, от этого было вдвойне обидно. Вы забросили на Хоум-арене. Через 3 месяца, наверное, вы забросили в первом матче. Сегодня какое число? Сегодня 15-е, вы забросили 13-е. Ну вот я 13 сентября забил, да, последний больше раз. Больше 3 месяцев. Больше не забил. Какая радость. Какая радость в ваших глазах светится. Расскажите о своих эмоциях. Да не, на самом деле вчера, когда даже пришел домой, да, пересматривал игру, и как раз вы, Александр, комментируете же нас, да, и сказали: Артем Ворошилов забил, давно он не забивал. А я про себя подумал, а когда я забью, что же Александр скажет, что я вообще 3 месяца уже не забивал. Конечно, это давление на меня очень сильно как бы сказывалось, потому что, в принципе, я знаю свою роль в команде, да, и я должен приносить результат, и очень давно я не забивал, поэтому надеюсь, что дальше будет полегче, сегодня как-то груз спал, надеюсь, дальше будет только лучше. Вы плохо обо мне думаете, Александр, вы забивали в Китае, я это помню. Нет, ну да, но все равно для меня это, сколько я там, матчей 7, наверное, не забивал, все-таки это не очень. Вы можете поздравить всех болельщиков Хумо, весь Узбекистан с Новым годом? Да, хотелось бы обратиться к болельщикам. Спасибо вам. Вы действительно приходили в этом году, поддерживали нас, гнали нас вперед, заполняли трибуну. Все команды, которые приезжают, как бы отмечают, что действительно в высшей лиге, наверное, у нас одна из самых лучших атмосфер. Шикарный стадион, поэтому всех с наступающим Новым годом и встретимся в новом году, в 2020.